Что же касается Алма-Лыкчан, ну, наверное, они тоже где-то здесь есть. Плюс 23 градуса, такая температура в Ташкенте. Мне кажется, что вот этот постамент, на котором стоял мяч, Молтон, технический спонсор этого сезона Суперлиги Узбекистана, он немножко... Ну, а значит, первым вводить мяч в игру будут представители Намангана. Фотография на память и... Этих людей я вам уже представил. Назову также, кстати, ВАР комнатку. Абдурашид Худайберганов за нее отвечает. Ему помогает Александр Сидоров. Этой встречи. А давайте посмотрим Адмирджалола Касымова, что у нас сегодня приготовлено. 4-1-4-1, такая форварная зона. Четверка атакующих хавбеков. Шахрук Гадоев 22-й справа, Хуршит Гиасов 10-й слева. Севаш Хакназари 88-й, Саджар Турсунов 17-й, капитан это центр. И Мартин Буаки под номером 27 в атаке. 4-4-2 от Самвела Вячеславовича. Уткир Юсупов номер 1, капитан в воротах. А вернее здесь 35 нам чертит плашку, но у меня в протоколе написано 1. Друзья, разберемся по ходу дистанции. Честно сказать, я даже не знаю, кому доверять, потому что... Нередко протокол отличается от того, что мы видим на плашке, но и наоборот. Пятый. Самвел Бабаян, Мирджалол Касымов. В принципе, сверстники. А Самвел вообще из 10 9 он забивал. Итак, навес штрафную. Ох, какой момент. На 5-й минуте АГМК создает острый эпизод. Ну, еще раз смотрим. Классная атака получилась у Алма-Лыкчан. Хороший наброс на ближнюю вратарской. Здесь проиграл воздух Милош Милович. Мартин Мерин или нет? Вроде бы да, удар Абдуллаева сильно вырастает его волосы. Нагло он убрал все это дело. Ну, итак, Гадоев с левой ноги отправляет мяч во вратарскую. Удар, нет, это не был удар, это был вынос мяча за пределы штрафной площади, как на заре. Падает и свисток Рискулаева в его. Давай, поднимайся, типа. А там была симуляция или нет? Давайте смотреть. Раз. Не, ну, конечно же, как на заре падал не так. Ну, в смысле, он упал таким образом, как будто бы ему воткнули кинжал в спину. Вперед, Ахмадалиева, на что он стесняется. Ну, вот как на заре, с мячом, как на заре. Классный прострел дважды, да? Он сейчас убирался. Так, накрывают АГМК на Манганце. Вот это вот интересно. Мяч уже штрафной. Абдухалика с левой. Перестрел, удар! И первый опасный момент. На 18-й минуте у нас рисуется. Вот это да. В гол. Давайте еще раз смотреть, как все это дело развивалось. Абдухаликов убирает мяч, показывает, что будет бить. А потом взял. Друзья, он-то бил на самом-то деле. А мяч угодил в ногу Рахмонову. И вот такой вот рикошет. Как на заре играет на фланг. Гадой пробежит у штрафной площади. А ГМК на вес Ахмадалиев. А кто будет замыкать это? Возвращает. Но Бахор недалеко от третьей. А ГМК. И пройдет передача. Проходит передача. Астон Урудов уже у штрафной площади. Здесь на помощь ему Юлдашев. И какой момент! Смотрите. Какая передача-то и получилась, и прошла. И здесь он придумал этот пас и получает обратно передачу. Бахор. Навес штрафную. Это не навес, друзья, это был удар по воротам. Давайте еще раз смотреть. Хороший был удар. Кто? Не Болтабаев ли, а? Возможно, я выдаю желаемое за действительное. Мадалия Баки! Вот это Хакназари, это интересно, справа есть вариант, Хакназари, штрафной удар по воротам, 40-я минута. Кстати, рефери Ахрол Рискулаев, я Табек Джураев, ваш комментатор на русском языке, Мухаммад Йорсалиев на узбекском, а это Балтабаев зарабатывает пенальти, нет? Нет, говорит Рискулаев, вот это да, ладно, молчу. В динамике показалось, что было нарушение правил и 11-метровый удар, ВАР есть. Абдурашид Худайберганов там. Кто-то из фанатов. Давайте еще раз смотреть. Раз. Балтабаев штрафной. Ну. Или Рахмонов не коснулся. Или поехал нога у Балтабаева. А здесь? Кстати, вы знаете, у Балтабаева нога-то стала ехать сама. А потом уже и Рахмонов. Вот здесь вот. Потом еще он тоже там подцепил. Но там непростая ситуация, поэтому Рискулаев идет смотреть все это дело. Сейчас сам будет разбираться. Но ситуация неоднозначная, непростая. Вот видите, нога едет и потом в конце он касается. Нет, здесь не увидим. Увеличьте, пожалуйста, мои дорогие. Вот, вот справа видите верхний кадр.
Это уже концовка эпизода, но здесь не увидим. Болтабаев идет. И вот здесь нога поехала у Болтабаева сама. А там еще Рахманов оказался рядом. Ну что, 50 на 50, я не знаю. Пенальти назначает рефери. Все готово. Очень важный момент. Возможно, решающий в этой встрече. Такие встречи обычно заканчиваются в пользу тех, кто забивает первым. Итак, разбег. Удар! Все сделал четко. Джампшит Искандеров. И на 57-й минуте. Но Бахор выходит вперед. 1-0. Пятая игра подряд. Ребята Самвела Бабаяна в каждом из этих матчей поражают ворота соперника. На ГМК в каждом матче, за исключением встречи против Олимпика, пропускал. Для них это нормальная история. Из четырех матчей в трех они пропустили, но в каждом матче. Заят! И как на зари! Какой удар! На фланге в атаку. А мы давайте еще раз посмотрим за опасным моментом. Вот так мяч отскочил, как на зари. Вот плюнул, так плюнул, а. Что-то похожее мы в первом тайме видели от Болтабоева. Он тоже бил там, голкипер просто созерцал за движением мяча. Без шансов. Был бы удар, летел бы мяч в створ. Тимбуаки, Турсонов вешает во вратарскую. И мяч в ворота! А пока засчитан гол. Там ВАР будет рассматривать этот эпизод. А ГМК отыгрывается. И кто автор забитого гола? Мяч Турсуновым запущен. А, друзья, автогол. И не попадает Юсупов по мячу. И говорит, что ему, мол, там, ну, не мешал, оттолкал его Исмаилов. А был ли толчок? А нет, это Буаки был. Ну, если там был контакт, толчок, возможно, этот гол отменят. А так, Урунов у мяча. Удар от Искандерова. Мяч попадает в стенку. Здорово, как на заре штрафную. Прострел! И сейчас второй автогол мог случиться. Это было бы, конечно, уже слишком. Турсунов. Уже пора было дорастаться. Рахмонов на Гиясова. Гиясов. Нормально. Турсунов на штрафной площади. Санчар. Прострел. И ворота пустые! Рубен Санчес, который вышел со скамейки запасных, сейчас выводит АГМК вперед. Потому что в первом тайме там Камилов с Гиасом, ну там вообще ничего не было. А тут, смотрите, ну и Санчар Турсунов. Вроде бы туда куда-то простреливал. Уткир Юсупов, к нему сегодня будут вопросы. Хотя он сейчас бросается на своих коллег, партнеров, что можно бы, надо было играть по Рубену Санчесу. Вопросов нет. Но и в первом пропущенном голе, и во втором пропущенном голе Уткир Юсупов, мне кажется, три. Отбил Буняткора и Нефчи. Так, так, удар! Да. Очередной стандарт. Буаки нет, стало попроще. Но есть Санчес, который может сыграть быстро на добивании. Навес. Мяч вынесен. Подбор будет за кем. 11-й угловой. Навес на ближнюю вратарской. Сегодня со стандартами, но в Бахора.